Здравствуйте. Сколько можно просить не закрывать дверь на верхний замок? Извините, Виолетта Альбертовна, я, наверное, на автомате закрыла. Угу. И не первый раз. Леша, что, нет еще? Звонил, сказал, скоро будет. Так, а это что такое? Тапочки. Я вижу, что тапочки. И зачем нам столько тапочек? Просто у меня день рождения скоро, гости придут. Так, стоп. Я не поняла, ты что, собираешься день рождения здесь отмечать? А вам Леша разве не сказал? Нет, не сказал. И я думаю, не скажет. Потому что прекрасно знает, как я на это отреагирую. Понятно. Аня, можно тебя? Я только хотела спросить, чем ты собираешься кормить мужа? Я вчера котлеты готовила, все в холодильнике достану и разогрею. Аня, я много раз объясняла. Для здоровья вредно есть пищу, которая подвергается вторичной термообработке. Нужно готовить немножко, но каждый день. Это понятно? Виолетта Альбертовна, мне кажется, ничего страшного не случится, если Леша поест вчерашние котлеты. Я просто не понимаю. Я не понимаю, если у тебя нет времени заботиться о муже, как ты собираешься детей заводить? Привет. Что у вас тут происходит? А ничего особенного, Лешенька. Все как обычно. Леш, я так больше не могу. Я устала терпеть эти вечные придирки по каждому поводу. Анечка, ну потерпи немного. Ну ты же знаешь, это мама такой характер. Да, я знаю. Я понимаю, что со временем он не станет лучше. Перестань. Скоро достроят наш дом. Мы переедем, все будет хорошо. Не знаю, Леш, мне уже кажется, что его никогда не сдадут. Разве можно 2 года коммуникации проводить? Слушай, я не знаю. Ну потерпи еще немного. Скоро отпразднуем новоселье и все наладится. Еще пара стычек с твоей мамой, я не доживу до этого светлого дня. Перестань. Леш, пожалуйста, давай мы переедем в мою комнату в коммуналке. Все-таки какое-никакое, но отдельное жилье. Ты шутишь? Куча соседей в квартире – это отдельное жилье? Да, я согласна, это не лучший вариант. Но там я все-таки буду чувствовать себя хозяйкой. Никто не будет мне говорить, что мне готовить и как мне себя вести. Аня, мне кажется, ты раздуваешь проблему из ничего. Старайся просто не реагировать так на мамины выпады. Я старалась, Леш, я очень старалась. У меня уже не осталось сил. Я прошу тебя, давай переедем, пожалуйста. Леша! Сейчас. Леша! Сейчас. Как вы меня обе уже достали. Все, переезжаем в коммуналку. Леша, а ты куда это собрался на ночь глядя? Мы решили пожить у Ани в коммуналке. Леша, я надеюсь, ты это не серьезно? Нет, я не могу поверить, что мой сын в здравом рассудке согласился жить в каком-то клоповнике. Ну, не драматизируй. Ну, мы решили пожить отдельно. Вы или Аня? Ну, какая разница? Очень большая, Леша. Мне вообще кажется, твоей жене наплевать на собственного мужа. Она думает только о себе. Я тебя предупреждала еще до свадьбы. Не начинай. Это я решил. Мы переезжаем.
Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Уже эту колымагу. Надо новую покупать. Только для этого нам нужно ограбить банк. Зачем так радикально? Можно просто взять кредит. Леш, ну какой кредит? У нас в квартире долгов полно, а ты новую машину хочешь покупать. Ну вот. Ладно, покатаемся пока на этой. Неожиданность. Привет. Я ключи свои найти не смогла. Вот, наверное, все соседи перебудила, да? Да нет, еще никто не спит. Заходите. А что это вы с чемоданами? Мы пока в комнате у меня поживем. Ну, пока дом не сдадут. О, какие у нас гости. Здравствуйте. Здрасте. Мы не в гости. О, здравствуй, Анечка. Здрасте. Лаврентий. Алексей. Вы-то к нам надолго? Пока не знаю. Ага. Ну, я вас все-таки в график дежурства запишу. Куда? Пойдем. Куда она запишет нас? Пойдем, пойдем. Welcome. Welcome. Вот тебе и отдельное жилье. Такое ощущение, что все слышат, видят. Ты сначала так кажется, потом привыкнешь. Я не хочу привыкать. Может, домой вернемся? Леш, теперь наш дом здесь. Это не дом. Это дурдом какой-то. Лаврентий репетирует. В такую рань его сейчас убьем. Доброе утро. Доброе утро. Ты как раз вовремя. Тепленькие. Что, Лаврентий разбудил? Да, отвыкла уже. Ну, выкладывай. Что у вас там с Лёшкой? Виолетта допекла. А я все думала, сколько ты с этой стервозой выдержишь? Я бы, вот честно, и дня не выдержала. А я вот 2 года терпела. И как только Лёшка согласился переехать, он ведь коммуналки терпеть не может. Мы надеемся, что скоро в свою квартиру переедем. А я уже не надеюсь.
Рит, ну что за пессимизм? У тебя же Витя для того в Москву и уехал. Заработает денег, тоже в квартиру вложитесь. Сомневаюсь, Анет. Мне вообще кажется, что у него там другая женщина появилась. Ну с чего ты это взяла? Да я как не позвоню, у него вечно то абонент не отвечает, то какие-то клиенты, то он трубку не берет, то еще что-то. Вечно какие-то отговорки. Так толком и не поговорили. Девчонки, что у вас тут горит-то, а? Форточку надо открыть. О. Так. Фу. Жарко. Я в душ. Анечка, доброе утро. Доброе утро. О. Слушай, а тебе Лёшку не пора будить? О, точно. Проспит ведь. Ой, Лёш, подожди, там Анфиса Петровна. Освободите, пожалуйста, я опаздываю. Занято. Я так и знал, так и знал. Ну вот, началось. Не переживай, Анют, привыкнет. Боюсь, что нет. Я его хорошо знаю. Все, я пошел. Леш, ну а завтрак? Потом позавтракаю. Пока. Ладно, пойду я собираться, а то тоже опоздаю. Нет уж, Алексей Юрьевич, не дождетесь. Я вас в покое не оставлю. У нас уже все сроки сдачи летят. Ань, ты что, с другой планеты? Не до этого сейчас. Директоры снимают. И что? Я думаю, заказчикам нет никакого дела до наших кадровых перестановок. И смотрите на нее. Прям передовик советского производства. Новая метла, она, знаешь, по-новому метет. Еще неизвестно, что дальше будет и кто на улице окажется вслед за директором. Извините, но с таким отношением к работе, Алексей Юрьевич, вы окажетесь первым. Значит, это не слухи. Ты действительно уходишь. Вернее, меня уходят. А как же, Паша, твое обещание? Ты о чем? Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Я отпахала на этом заводе всю свою сознательную жизнь. И начальник отдела кадров не предел моих мечтаний. Ты обещал меня сделать замом. А теперь ты уходишь. Веточка, я постараюсь решить этот вопрос. Как? Сидя на даче? Я надеюсь, наши отношения не изменятся. Угу. А что твоя жена на это скажет? Ну, раньше ее мнение тебя как-то не интересовало. Времена меняются. Вета. Вет. Нет, по большому счету, Федор Иванович, конечно, прав. Неизвестно, чего от нового директора ждать. Да ничего ждать не надо. Как работали, так и будем работать. Рит, отложи свой телефон. Поешь нормально. Не могу. Представляешь, я Витьке пишу СМС. Мол, люблю, соскучилась. А он не гугу в ответ. Но я ему опять написала, соскучилась, позвони. Он молчит. Вот как это называется? Может, просто человек занят, ну, некогда ему. Ну, не может он круглые сутки быть занят. Ну, вот опять не отвечает. Алло, Витя, привет. Как дела? Тружусь. Я соскучилась. Я тоже, но я не могу сейчас говорить, меня клиент ждет. Потом перезвоню. Что значит потом? А что у тебя за женский смех там? Вить, ну все, ну перезвоню, все, давай, потом. Да знаю я, какие у тебя клиенты. Я так и знала. Послушай, а как скоро можно забрать?
Ну, не раньше, чем через неделю. Там сбой в электронике, поэтому нужна полная диагностика. А как-нибудь можно ускорить процесс? А то машина вот так, позарез нужно. Я постараюсь, но все равно 2-3 дня как минимум. Я понял. Держи. Я в пятницу тебе позвоню. Спасибо. Да не волнуйтесь. Ну, ваша машина надежна в руках. Диктор у нас самый лучший. Ну, как говорится, профессионал де фуа. Я понял. Спасибо. Да. Сереж, у меня к тебе предложение. Как насчет того, чтобы поработать у меня личным водителем? Для тебя, Андрюш, хоть личным поваром. Прекрасная идея. Давай куда-нибудь тогда заедем, перекусим, поговорим, а то я с утра одну чашечку кофе так выпил. Я что-то не пойму, зачем ты женился, с тебя дома не кормят? Зато твоя тебя, смотри, как откормила, а? На борщах да помпушках. Небось, в машину уже не помещаешься, да? Но ты же знаешь, как она готовит. Отказаться-то невозможно. Знаю, знаю. Повезло тебе, Серега. Твоей женой. А мою дома не застанешь, не то что у плиты. Не успела приехать, как опять в Париж сорвалась. Связаться с бизнесменом. Теперь терпи. Другая бы готовила, детишек бы нянчила. Ладно, Серега, поехали. А то мне к 5 часам в министерство надо заехать. Разрешите? Андрюша, здравствуй, дорогой! Как мы с тобой давно не виделись? Здравствуйте, Владимир Петрович. Ну, вы же сами знаете, работа. Ну да, как дела? Как жизнь семейная? Спасибо, все хорошо. Ну, слава богу. Знаешь, Андрей, давай без всяких предисловий сразу к делу. Спасибо. Куда на этот раз хотите меня сослать? Ну, почему же сразу сослать? Вот хотим предложить тебе пост директора Воронежского авиазавода. Нынешний, к сожалению, не оправдал наших ожиданий. Нас завод почти довел до кризиса. А у нас сейчас на носу заказы на самолеты для МЧС. Действительно серьезное предложение. Ну что, какие будут соображения? Спасибо вам, Владимир Петрович, за оказанное мне доверие. Но я могу подумать? Подумай, конечно. Подумай. Посоветуйся с женой. Только, признаюсь, я на тебя очень рассчитываю, Андрей. И считаю, что только ты можешь вывести этот завод из кризиса. А сколько у меня есть времени для принятия решения? Я тебя, конечно, не тороплю, но и затягивать с ответом тоже не стоит. Алло, Лар, привет, ты где? Я прилетела уже в Москве. Как прилетела? Я только за тобой в аэропорт собирался ехать. А я другим рейсом, он пораньше был. Я понял. Ладно, ты отдыхай, а я на вечер столик в ресторане закажу. Хорошо? Соскучился по тебе? Договорились. Я тоже по тебе соскучилась. Целую. А вот вода, например, очень чутко реагирует на всю информацию, которую ты... Вы что, теперь даже не разговариваете? Я надеюсь, мы скоро перестанем быть родственниками. Ой, ну что ты, слушай, к этой Ане вечно привязываешься. Ну, живут тебе дети нормально, ну пусть живут дальше. А я не такую жизнь для сына хотела. Анька из него веревки вьет, привыкла на работе командовать и дома хочет, чтобы все по ее было. Вот не нравилось явить или жить в моей квартире. Теперь мой сын должен ютиться в коммуналке. Ну что ж такого-то? Главное, что он ее любит. Ему так кажется. Ну что, поживет в коммуналке, сразу мозги на место станут. Вот помяни мое слово, через неделю домой вернется. Анют, ну что, может быть, со мной?
Пройдемся по магазинчикам, чего-нибудь прикупим. Шопинг — это лучшее лекарство. И мне оно сейчас не помешает. Рит, перестань себя накручивать. Я не думаю, что Витя тебя изменяет. А я чувствую себя обманутой и полной дурой. Не зря говорят, что Москва — это город соблазнов. Вот мой Витька и уплыл. Я бы на твоем месте все-таки с ним поговорила. Звонить, унижаться я не буду. А лучше пойду куплю себе какую-нибудь кофточку. А лучше две. Лучше две. Ну, по-моему, улет. Угу. Ну и куда ты в этом полетишь? Да хоть куда. К успеху. Слушай, я еще такую юбку купила, посмотри. Я даже не сомневалась. Чума. Леша, что случилось? Вы что, не видите? У человека горе. Какое еще горе? Держись, Лешка. Если что, я у себя. Все пропало, Аня. Ты о чем? Накрылась наша квартира медным тазом. Леша, говори толком, что случилось? Фирма строительная исчезла. Как это исчезло? А, ну, вот так, очень просто. Офис закрыт, полно полиции. Говорят, липовая фирма была. Они дом даже не собирались достраивать. Так, деньги собрали и сдулись. И как же мы теперь? Да как, нормально, Ань. Ну, что, заработаем еще денег. Угу. Много ты со своей зарплатой заработаешь. Там больше половины Аниных денег было. Рита! Опа-па-па-па-па-па. Вот это поворот! То есть, получается, я вообще ничего не зарабатываю? Леш, я этого не говорила. А ты-то этого не говорила. Зато твоя подружка сказала. Нет, спокойно, я зато сейчас вижу, кто у нас кормилец в семье, а кто просто так на работу ходит. Так, Леш, пойдем в комнату, там и поговорим. А что так, зачем? У нас же нет тайн от соседей! Пойдем поговорим. Угу. Пойдем. Давай, начинай, давай. Это твоя была идея, это ты вложился в эту квартиру. Давай. Леш, да какая разница теперь, чья это была идея? Квартира у нас все равно от этого не появится. Зато долгов хоть отбавляй. Ну да, это тоже моя вина. Мало того, что вложил деньги в эту липовую квартиру, так я еще и ничего не зарабатываю. Послушай, вместо того, чтобы орать, давай лучше подумаем, что делать дальше. Что дальше делать? А есть только один выход. Надо возвращаться к маме. Ну, конечно. Конечно, для тебя это шикарный вариант. А я не могу все время жить на поле боя. Я хочу нормальной семейной жизни. Где? Здесь? В этой коммуналке? Слушай, нормально жили у мамы, не тужили, все хорошо, но тебе же не нравится, что мама чувствует себя хозяйкой в своем собственном доме. Мне не нравится, что я там себя никем чувствовала. И ты за все это время даже ни разу за меня не заступился. А, ну в этом я тоже, конечно, виноват. А знаешь, мама была права. У тебя все кругом виноваты, кроме тебя самой. Алло, Ларис, как ты? Отдохнула с дороги? Я столик на 8 вечера заказал. А, Андрюш, прости, я совсем забыла. Я к Лиске уехала, мы решили просто поболтать о своем, о девичьем. Ты не злись, ладно? Ладно. Увидимся дома. Когда Лёшку таким не видела. Да слышала я. Орал, как ненормальный. И надо было тебе еще про эту зарплату сказать. Ну а что, это неправда? У тебя реально зарплата больше, чем у него. Что толку в этой правде?
Легче все равно от этого никому не стало. Выпей. Позвольте музыканту разделить печаль двух милых муз. Лаврентий, это лекарство очень кстати. Нечего в одиночку слезы лить. Я тебя, Анечка, кстати, очень хорошо понимаю. Вот помню, у меня по молодости в трамвае. Всю зарплату как-то вытащили. Думала, земле предамся. Вот Анфиса Петровна знает, как человека успокоить, а? Да я к чему это сказала-то? Если где-то что-то теряешь, то потом обязательно находишь. И сколько же вы тогда денег нашли? Нисколько. Я тогда, между прочим, очень скоро замуж вышла. Поняла, подруга? Либо деньги, либо любовь. Денег пока нет, так что Лёшка твой завтра явится и в любви признаваться будет. Вот так. То хоть с соседями мне повезло. Лаврентий? Лёш, а ты куда собрался? В Москву. Как это в Москву? Зачем? Как зачем? Деньги на квартиру зарабатывать. Хорошие программисты везде нужны. Ну и зарплата там гораздо больше, чем здесь. А мне ты когда собирался об этом сказать? Я хотел тебе смс-ку кинуть. СМС-ку кинуть? Ничего себе. Может быть, мы сначала как-то все обсудим? А что обсуждать-то? Ань, что обсуждать? Ты не можешь жить с моей мамой, я не могу жить здесь. Квартиру от завода мы еще 100 лет будем ждать, если вообще дождемся. Остается только одно – зарабатывать на нее. Мне кажется, такие решения нужно принимать вместе. А твой отъезд сейчас похож на бегство. Отлично. Ты меня еще в трусы запиши. Леш, да при чем здесь это? Леш, ну... Просто ты меня бросаешь с кучей проблем. Нам долги выплачивать надо. Я буду тебе высылать деньги. Да дело не только в деньгах. Мне пора. Как устроюсь, позвоню.
Лёшка звонил? Нет. Переживалась уже вся. Вдруг что-то случилось. Можно? Анечка, не переживай ты так. Лёшка твой не звонит, потому что сказать ему пока что тебе нечего. Наверняка работу ищет какую-нибудь. Ему же нужно, чтобы престижное, высокооплачиваемое, чтобы перед тобой козырнуть. А то, что ты переживаешь, он не думает. Мужики об этом не думают. А тебе развеяться нужно. Пойдем в кино сходим. Ну или погуляем. Пойдем? Нет, Рита, спасибо, не хочу. Вообще ничего не хочу. Муж неизвестно где. Денег нет. Как дальше жить, не знаю. Так, все, хватит. Давай, пойдем. Прогуляемся, развеемся, а там дальше видно будет. Привет. А пока что... Вот, платье красивое. Давай, надевай, пойдем погуляем. А я как раз свои обновки выгуляю. Давай, все, идем. Здравствуйте. До свидания. Добрый вечер. Ну, здравствуй. А ты никак гулять собралась? Ну, конечно. Мужа на заработки отправила, можно и погулять, да? Никто его никуда не отправлял, Леша сам так решил. Ну, конечно, сам. Сначала из материнского дома сам уехал. Потом в Москву подался на заработки сам. Все сам. Хотя, честно говоря, я его прекрасно понимаю. Отсюда кто угодно убежит. Леша вообще-то поехал деньги на квартиру зарабатывать. А что ему оставалось? Терпеть твои вечные придирки, да? Знаете что, я вас сюда не приглашала, и всякие гадости выслушивать я не намерена. О, как говорится, воспитание налицо. Ладно, я вообще-то за ключами пришла. У Леши мои запасные были. А то, знаешь ли, всякое случается. До свидания. Поздравляю тебя. Зарплата как три моих старых. Да. Я говорю, зарплата как... Привет, Макс. Два, как обычно. Как три моих старых. Да. А что у тебя там за музыка? Ты где? Не, какая музыка? Вот, слышно тебя. Ага. Давай, пока. Да, потом позвоню. Потом. Не слышу, пока. Ну чё, пошли обедать? Угу. А ты чё обедать не идёшь? Тут ресторан неподалёку, отличный бизнес-ланч. Спасибо, я уже чаем перекусил. Ага, ну тогда ладно. А ты чего обедать не пошел? Что, тоже на диете? Да. Прикольная кофточка. Винтажненькая. Винтаж. Несет дух времени.
Костюм ему новый нужен? Угу. А куда он им ходить собрался? Подожди. Не знаю. Он еще и телефон себе новый купил. Говорит, его старый морально устарел. Интересная картина. Так, а деньги он тебе собирается высылать? Или за всеми долгами ты будешь отчитываться одна? Надеюсь, что нет. Иначе придется машину продавать, не знаю. Но это уже крайняя мера. А пока она у нас есть, я предлагаю куда-нибудь съездить и развеяться. Хватит дома киснуть. Ну, конечно. Я же говорила, кот из дома, мышь в пляс. А знаешь что? Нет, а давай правда куда-нибудь съездим. Тем более моя свекровь все равно уверена, что мы тут без мужей с тобой развлекаемся. Что это вы так пугаете? А разве мы уже перешли на «вы»? А мы здесь не одни, вон. Люди кругом. Ну тогда прошу тебя сесть в машину, и мы поговорим. Мне с вами разговаривать не о чем. Поезжайте, Павел Николаевич. Поезжайте к жене и к детям. Ларис, ты чего-то сегодня долго. Работы много. Я думал, что я один в семье трудоголик, но ты меня переплюнул. Ты голодная, скажи? Я ужин приготовил, но без тебя не садился. Милый, я, честно, вообще есть не хочу, правда. Ты себя хорошо чувствуешь? Ну, в целом, да, просто немножко голова болит. Я пойду лягу, ладненько. Ларис. Опа. Ой, извини. Я чего-то не знаю? Ну, конечно, не знаешь. Это Лиска. Она думает, что беременна, просила мне купить тест. А почему она сама не могла это сделать? Да у нее парень с заморочками. Ну, в общем, ей нельзя сейчас заводить ребенка. А нам? Что нам? Ну, нам что, не пора подумать о ребенке? Андрюш, обязательно подумаем, но попозже. Ларис, что между нами происходит? Ничего не происходит. Просто очень устала. Ты постоянно пропадаешь на этой работе. Я даже толком с тобой поговорить не могу. Ну, давай поговорим. Ларис, дорогая, давай завтра с тобой куда-нибудь вырвемся. Андрюш, я правда завтра не могу. У меня партнеры из Киева приезжают. Я весь день буду занята. Все как обычно. У меня для тебя новость. Мне предлагают должность директора авиазавода, но для этого мы должны с тобой поехать жить в Воронеж. Воронеж? Да. Андрей, ну что ты такое говоришь? Я не могу приехать жить в Воронеж. Ну, во-первых, это ненадолго, не навсегда. А во-вторых, Лариса, ты понимаешь, как эта работа для меня важна. А моя работа не важна. Андрей, ну что я буду делать в Воронеже? Понятно. Ну, считай, что я тебе ничего не говорил. Андрей, прости. Просто пойми, что у меня до фирмы сейчас дела только начинают налаживаться. Ну, я не могу все бросить. Давай так, я обещаю тебе, что как только я вернусь, мы с тобой сразу пойдем куда-нибудь сходим. Ты опять куда-то уезжаешь? А я разве тебе не говорила?
вечер. Позвольте вас угостить чем-нибудь. Ну, угостите. И чего желает прекрасная незнакомка? Прекрасная незнакомка желает мохито. Вы прямо читаете мои мысли. А как вас зовут? Наташа. А меня Алексей. Очень приятно. Очень приятно. А можно два мохито? Да, сейчас. Может, пока потанцуем? Домой. Неважно. Слушай, ну и нагрузилась я сегодня, а? Давай я тебе помогу. И куда мне столько одной? Привычка дурная. Да, одной вообще ничего не хочется. Ай! А мы с тобой непроходимые дуры. Нельзя было наших мужиков одних в столицу отпускать. А они нас спрашивали? А вот и мы их спрашивать не будем. Возьмем и замену им найдем по-быстренькому. Пока еще возраст не критический. Ты что, серьезно? Серьезно. Нет, а что, ты их ждать собираешься? Если вообще дождешься. До старости. О, смотри. Как тебе объект? По-моему, без кольца. Есть шанс. И что, ты с ним знакомиться пойдешь? Ну, если хочешь, могу тебе уступить. Рит, не сходи с ума. Анька, а как сойти с ума-то хочется? Слушай, он, по-моему, правда без кольца? Мне кажется, это знак. Ну да, это точно знак. Пойдем. Анют, притормози вон там, я денег быстро на телефон кину. Здесь? Да, здесь. Девушка, спасайте, выручайте. До вокзала подкиньте, пожалуйста. Извините, я не такси. Ну, я понимаю. Ну, горю, времени нету. Ну, тут ехать-то всего ничего. Ну, по прямой 4 поворота, и все. Я вас очень прошу, выручайте. Да нет, понимаете. Да выручим, садитесь. Спасибо. О. Спасибо большое, девчонка. Терминал не работает. Рит, ты что творишь? Опять, что ли, вариант без кольца? Нет, на этот раз мы просто зарабатываем. Ну, тебе не помешает. Ну, что стоим, поехали. Поехали, девчонки.